В парке «Наташинские пруды» прошел открытый окружной фестиваль молодежи «Талант, энергия, возможность». Это мероприятие проходит в городском округе каждый год по инициативе молодежного клуба. Нынешний фестиваль стал юбилейным, 10-м по счету. Как он прошел, расскажут мои коллеги. В этот день парк «Наташинские пруды» не просто место для прогулок, а большая развлекательная зона. На мастер-классах можно научиться собирать и разбирать оружие, рисовать граффити, делать своими руками сувениры, а также посмотреть, как мастера парикмахерского искусства создают настоящие шедевры. Это работы, полностью сделанные учащимися. Сюжетное искусство – это полностью работы, изготовленные из искусственных натуральных волос. С добавлением искусственных прядей мы делаем изделие, встраиваем его в прическу. И девочки выступают на международных конкурсах, муниципальных конкурсах. Молодежь городского округа показывает свои таланты на различных площадках. Концертная программа тоже на их плечах. На главной сцене парка выступают артисты разных возрастов, от учащихся младших классов до подростков и студентов. Вот этот фестиваль, он помогает развиваться нашей молодежи, нашему населению. А населению будет интересно и посмотреть на таланты наши люберецкие. Окружной молодежный фестиваль – словно отчетный концерт талантов городского округа Люберцы. На этот раз в свой юбилей он собрал около 350 участников. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.